Расстройывающий дом свой получит по делу ветер, и глупый будет рабом мудрого сердца. Плод праведника – древо жизни, и мудрый привлекает души. И последний стих этой притчи. Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику. То есть последний стих, он как бы подчеркивает всю эту главу, да, и говорит об одной простой вещи, что праведнику воздается на земле, тем более нечестивому и грешнику. То есть Библия говорит о том, что Бог однозначно взвешивает и воздает человеку. Но воздаяние приходит не сразу, не так, что ударил по голове, получилось в эту же минуту. Нет. Есть время. Бог дает нам время покаяться. Каждому человеку. Потому что я думаю, что у каждого, у меня, у тебя, по-любому были вещи, или мы делаем вещи, которые никак нас праведниками не назовешь. В Библии написано, что даже так, что нет праведного ни одного. Именно эти слова, они из Старого Завета, им больше 2000 лет, около 3000 лет. Потом, когда пришел Иисус Христос, 2000 лет, Он пришел для того, чтобы умереть именно за грешников. И если ты честный, Библия говорит, что нужно быть честным. Честным перед Богом, потому что, как бы юлить, хитрить, это бесполезно абсолютно. И правда, это вот то слово, которое сегодня много раз повторялось. Правда. Правда означает признать, как это оно есть. Если ты сделал зло, лучше признай перед Богом, я сделал это. Не юли. Потому что Бог выведет по-любому на чистую воду. Поэтому в этом есть правда. Если сделал зло, признай. И старайся не делать. Старайся быть честным. Еще раз прочитаю последний стих. Как праведник воздается на земле, тем паче, тем более, как по старославянскому, тем паче, чем нечестивому и грешнику. Хочу помолиться сейчас. Если кто хочет, то поднимитесь. Мы помолимся за всех ребят, которые на Ливе сейчас в зоне боевых действий. Если у вас есть кто-то с командой, кто там, то, пожалуйста, дайте Артему, может быть, не все имена знают. Просто подойдите после встречи и скажите, кто с вашей командой там. Потому что мы молимся за всех ребят, которых мы знаем, чтобы Бог хранил жизнь и так далее. Некоторые нам уже сказали, что мы чувствуем эту молитву, потому что было много ситуаций, когда такие чудесные вещи происходят. Поэтому, пожалуйста, если кто хочет, давайте поднимемся, помолимся. Пожалуйста. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, и да придет царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава по веки веков. Господи, пожалуйста, прости мне мои грехи, Боже, перед Тобой. И прости грехи каждого, кто здесь, Господь. Помоги нам быть честными. Ты учишь нас сегодня, чтобы мы были честными и правдивыми, называли вещи своими именами. Господь, помоги нам быть такими людьми. Мы просим Тебя за тех ребят, которые с Лиги сейчас воюют. Мы просим Тебя за Фила, за Марио, за Верина, за Диму, за Женю, Господь, за тех, кого мы, может, еще не знаем. Мы просим Тебя, Боже, храни, пожалуйста, их своей рукой. Мы просим, храни их от осколков, от пуль, от снарядов. Храни их от ранений и от смерти. Господи, пожалуйста, пускай они вернутся живыми. Мы просим Тебя, помилуй и прости нас, Господь, прости их и храни их жизни. Пожалуйста, пошли в мир Божий на нашу землю и помилуй нас, потому что только Ты можешь сделать чудо, и Ты можешь изменить эту всю ситуацию. Сделай это чудо, Господи, и помоги нам увидеть его. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Скажи, пожалуйста, вот пошло ли вам на пользу летнее межсезонье, и вот появились ли у вас новички, кто-то ушел вообще? Да, трансферную политику мы достаточно активно провели, потому что у нас 5 человек отзаявили и 8 дозаявили. То есть решили проблему с вратарями, у нас сейчас их 3 человека, вот, усилили каждую из позиций, поэтому, думаю, готовы к труду и обороне, готовы достигать новые места в турнирной таблице. А по поводу того, пошло ли на пользу летнее межсезонье, я бы сказал, что нет, потому что ребята активно отдыхали, и сейчас надо набирать физическую форму, больше сыгрываться, поскольку новичков больше было. Поэтому, впереди будем быстро это все делать. Спасибо.
Как команда СК Киев отдохнула вот этим летом? Хорошо или нет? Отдохнули хорошо, к чемпионату готовы. Более того, у нас отдых получился дольше, чем у других команд. Но это минус или плюс, что не удалось уже выйти в сезон? Наверное, все-таки минус, поскольку играть потом отложенные матчи, как показывает практика, не всегда получается хорошо, и напряженный график обеспечен в конце сезона. Но, тем не менее, пока вот так и есть. Появились ли у вас новички вот в команде? У вас вообще кардинально команда поменялась, да? Команда не поменялась кардинально, ушли только братья Ковтуны, все остальные в строю. Новичков будет двое дозаявлено, да, двое новичков есть. В остальном весь костяк команды остался тот же, что и был. Удивило ли тебя, что Ковтуны вот появились в команде Кадран? Немного удивило, но удивило просто потому, что не ожидал, что так быстро, тем более я, на самом деле, я об этом узнал, увидев статистику на матч на сайте ХФЛ. Угу. Ну, я очень рад за них, ребята забили по голу. Угу. Ну и какие планы? Планы, не очень хорошо мы провели вторую половину первого круга, будем стараться наверстать упущенное, будем стараться попасть в пятерку команд, ну и естественно, как можно дальше будем стараться пройти в кубки, выйти в финал, задача минимум на ближайшее время. Как команда Никарова провела межсезонье? Полезно, эффективно? Отдых, реабилитация, отдых. Вот команда, в принципе, приступает к активной фазе подготовки, товарищеские матчи. Начинаем играть. Вот. Ну, в одном из них мы разгромили нашего соперника, возможного покупку, если я правильно понимаю. К сожалению, я не принимал участие в игре, но знаю, что результат 7-1 как навевает хорошие мысли, так и заставляет задуматься, может быть, стоит несколько, как бы, не стоит недооценивать соперника. Появились ли у вас новички? В данный момент состав такой же, как и был в прошлом году. Есть как бы наметки, но пока рано об этом говорить, пока они не подписаны. И какое место планируете занять по окончании сезона? Ну, вопросы из серии как бы больше к Павлу Глобе, конечно, но будем бороться за тройку, и рассчитывать на максимум. Спасибо. Пожалуйста, вот команда Сия, как ты считаешь, хорошо отдохнула летом? Отдохнула полностью, без тренировок, без подготовки, то есть вообще отдохнули, думаю, хорошо. Осталось только узнать, в какой форме подходим к сезону. Ну, это первую игру вы не сыграли, да? Первую игру, ты да. Ты думаешь, плохо или это хорошо? Я думаю, что это лучше, чем сыграть. Потому что это Киев, соперник тоже опасный, неизвестно, в какой сейчас форме. Я думаю, лучше присмотреться к остальным, узнать, что от кого там ждать. Кажется, так будет лучше. Угу. А скажи, пожалуйста, вот появились ли у вас новички? Да, появилось 3 новых человека. Только я их еще не видел сам, только знаю, что они есть. То есть будем смотреть. Угу. Ну и какие планы у вас по турнирной таблице? Планы по турнирной, конечно же, чемпионство взять максимум, ну как минимум, не вылететь из тройки призеров. Жень, скажи, пожалуйста, вот как вы отдохнули? Как команда провела время? Ну, у нас каждый год программа одна и та же, поэтому мы летом играем в пляжный футбол, и на второй круг уже подходим к хорошей физической форме. Основная часть наших игроков. А те, кто не был задействован, тренировались среда-пятница, как и обычно. То есть вы в хорошей форме подошли к началу чемпионата? Ну, я считаю, да. У нас не начало чемпионата, а второй круг, поэтому хорошая форма должна быть. А игра покажет. Появились ли у вас новички? Конечно, мы дозаявили новичков, людей. Жаль, конечно, потеряли Владислава Бондаренко, он уехал по контракту выступать, но на его место заявили Марканыча Святослава, опытного вратаря. Ну и еще нескольких хороших исполнителей, которые, я надеюсь, себя еще проявят. Ну и какую позицию планируете занять по окончании сезона? Ну, мы всегда ставим высокие цели, поэтому будем достигать их. Ставим перед собой занять первое место. А там как получится. Расскажи, пожалуйста, вот как отдохнула команда «Березники» в межсезонье? Я отдохнул нормально, а как отдохнула команда, мне сложно сказать, я еще половину людей не видел. Ну, а по той половине, которую ты смог увидеть?
Не, ну, вроде как все нормально, без каких-то излишеств. То есть все хорошо, да? Ну да. А как вышли в сезон, как думаешь? Положительно, отрицательно? Ну, сложно со сбором, как я уже сказал. То есть пока собираемся плохо и нет пока четкого понимания, почему так происходит. Ну и плюс большое количество травмированных игроков, которые до сих пор не восстановились. Угу. А позицию какой планируете занять по окончании сезона? Ну, хороший вопрос. Хочется в пятерке быть, но посмотрим, насколько наш состав это позволит. Скажи, пожалуйста, как команда Старс отдохнула в межсезонье? Они сейчас он подходят, они тут блукают, мы еле дошли. Не, хорошо отдохнули, здорово. Как подготовились к сезону? Плодотворно, посмотрим. Появились ли у вас новые лица? Да, 4 человека. Вот, хорошее усиление. И, ну, какие цели вот стоят? 9 сняли. Ого. Нормально. А цели какие у вас? Ну, не знаю, посмотрим. Второй круг только начался, поэтому мы будем смотреть уже по ходу чемпионата. Тёшка, ну что, скажи, пожалуйста, вот как команда «Легенда» отдохнула? Замечательно. Хорошо? Некоторые успели съездить, отдохнуть. Подготовились к началу сезона? Подготовились к началу сезона? Ну, второй час. Ну, начали в начале августа тренировку. То есть, как бы подошли нормально, да? Организованно. Скажи, пожалуйста, появились ли новички у вас? Постоянно появляются. Где-то. Собираем, смотрим. Да. Угу. Ну и какое место планируете занять? Ну, как Бог даст. Стремимся занимать места повыше, конечно. Брать результат в каждом матче. Ну, а там как Бог даст. Скажи, пожалуйста, вот как отдохнули игроки вашей команды? Как команда подошла к межсезонью? Ну, мы особо не отдыхали, потому что у нас другие еще турниры есть. Поэтому мы играли, мы пока в тонусе. То есть отдыха у нас не было. Можно ли сказать, что лучше всего готовы из всех команд? Ну, может, больше всего устали. Угу. Появились ли у вас новички в команде? Не, новеньких нет, мы и так сильные. Угу. Нам новеньких не надо. Ну и какую позицию планируете занять по окончанию сезона? Не знаю, где-то в середине. Спасибо. Как ваша команда вот, провела, можно сказать, перерыв, отдых? Хорошо ли отдохнули? Отдохнули хорошо, конечно. Да? Все отдыхали, Появились ли у вас новички? Появились. Много человек? Да, человека 4 точно. 2 переходят с СП обратно, к нам возвращаются. И усилились. И вот какую позицию планируете по окончанию сезона занять? Только самую высшую. Цель такая. Поиграем, увидим. Как пожалуйста, как команда Самсон подошла вот, в межсезонье к той части чемпионата? Мы не встречались, мы только перед самым сезоном стартовали. Сыграл товарищ поединок. Вот. Подобрали несколько новых игроков, пригласил, заявили ряд новых игроков. И тема полностью там, который сейчас есть, будем добиваться сохранения места вышки. Угу. Цель у вас сохранение, да? Да. Спасибо. Скажи, пожалуйста, как команда СНВ провела лето? Я надеюсь, хорошо. Думаю, все ребята отдохнули чуть-чуть, потому что психологически устали после первой части сезона. И как провели лето, покажет вторая часть сезона. Скажи, пожалуйста, вот появились ли у вас новые игроки? Появилось буквально один новый человек, остальные усилили команду из СНВ-2, поэтому обойма вся та же осталась. И какие планы у вашей команды на сезон? Главный план – набраться опыта, потому что у нас молодые ребята, которые еще не имеют опыта игры на высшем таком уровне. Поэтому в этом сезоне, я надеюсь, мы, можно так сказать, наиграем основной состав и уже в следующем сезоне будем делать какие-то цели.